На площадке театра Алафузова состоялось расширенное заседание коллегии Министерства по делам молодежи Республики Татарстан. Все подробности далее. Заседание открыл министр по делам молодежи Республики Татарстан Дамир Фаттахов. В своем выступлении он обозначил приоритетные задачи на наступивший 2021 год и подвел итоги работы министерства за прошедший. Мы запускали институты в виде выборов молодежных парламентов во всех муниципалитетах и выстраивали, так скажем, эту систему по всему Татарстану. У нас получилось наладить систему грантовых конкурсов и поддержку ребят на федеральных проектах. Вы видите, более 120 миллионов рублей сами ребята уже привозят с федеральных грантовых, федеральных форумов. Это говорит об уровне их подготовки. Как отметил в своем выступлении Дамир Фаттахов, Татарстан продолжает оставаться лидером по реализации молодежной политики в России. По словам министра, главным приоритетом в наступившем году станет работа с подростками. Также в рамках заседания состоялась церемония награждения тех, кто внес значительный вклад в реализацию молодежной политики в Татарстане. Вручал награды премьер-министр Республики Татарстан Алексей Песошин, который поблагодарил всех участников заседания за продуктивную работу. Как было отмечено, важнейшей задачей Министерства по делам молодежи Республики Татарстан становится помощь молодым людям в поиске себя и своей реализации на малой родине. Диана Желенкова, Фарид Захитоглы, Универ Ньюс.